Вітаємо вас у ефірі програма «Діаблог про літературу». З вами Стела Черкова і я, Тетяна Сівець. Як завжди, говоримо про білоруську літературу по-русську і по-білоруську. Заходите на наш сайт diablog.by, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, присоединяйтесь к беседе, присылайте смс-сообщения. Нам важно ваше мнение. Американский гуморист Роберт Орбин зазначал, глобальные проблемы ускладнились настолько, что за их вырашение не берутся навод подлетки. За что ж берутся подлетки, за какие книги, что их текавит сегодня, поговорим с нашей гостей. У нас в гостях Евгений Пастернак, писатель и лауреат целого ряда литературных премий. В соавторстве с Андреем Жвалевским Евгения пишет книги для детей и подростков, а также занимается проектом «Подросток Бел». Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Витаем вас. И начать разговор хочу с вашего очень интересного исследования о том, что и как читают подростки, чьими рекомендациями они пользуются, потому что в блоге и в соцсетях родители дружно пишут, что, к великому сожалению, учителя и библиотекари ничего интересного не рекомендуют, какие-то толковые книги посоветовать не могут. Вот я вам процитирую Евгению Семенчук. «К моим рекомендациям прислушивается. Я сама активно интересуюсь новинками и предлагаю. Но ни разу не видела у ребенка книгу, которую бы посоветовала прочитать учительница. Боюсь, что не предлагают». Вот насколько мнение отдельных родителей совпадает с данными вашего опроса? Ну, к сожалению, большому сожалению, совпадает. Потому что там я рисовала графики, ну, физическое образование не пропьешь, мне очень хотелось нарисовать красивые картинки. И вот на этих графиках очень хорошо видно, что до 7 класса приоритет у родителей, то есть родители советуют детям книги. После 7, то есть в 7 классе эти кривые родители с интернетом пересекаются, и дальше абсолютно отчетливый приоритет интернета, причем интернет идет по экспоненте вверх, то есть вот просто практически вертикально, чем старше, тем родители уходят вниз, остаются на 10%, и вот очень интересная цифра 10%, выяснилось, что вот 10% семей, в принципе, сохраняют хорошие отношения с подростками. Это вот начинается с 10 лет и дальше длится всю жизнь. То есть вот, и вот именно эти 10% родителей дальше советуют детям книги, и дальше уже там до 20 и лет... И слухают про это. Да, да, да. И вот именно эти 10% уже до 20 лет сохраняются. Там прямая вот она на плато выходит и идет, да? А учителя и библиотекари... Где библиотекари... Это схема? Я не могу, их нет. Нет. Их нема. То есть к 9 классу библиотека уходит в ноль просто. А до этого она существует? Она существует, ну, там 2%. То есть, ну, совсем... Так я наш есть у каждой школе. Я помню, я ходила каждый перепынок в эту библиотеку, все книжки разглядала и просто стояла с ножом коля горла и просила, дайте мне новую книжку. Дело в том, что я вопрос формулировала так. Кто советует? То есть дети и приходят... мне раяли. Вот да. Я помню, что мне раяли, возьми эту, возьми... Что, сейчас не раяли? Ну, вот цифры, статистика. Цифры не врут. Ничего личного. А учителя? Вот учителя тоже. Понимаете, все учителя и библиотекари советуют школьную программу. Я в своем опросе школьную программу совершенно специально, осознанно вывела за скобки сразу. Я когда просила детей перечислить книжки, которые читали, я сразу говорила, пожалуйста, минус школьная программа, потому что с ней все понятно. Ну вот, ну, да, рыба, вы, все значит, да, вы все ее читаете, чего мы тут ее будем лишний раз вспоминать. Вот. А вот библиотека сейчас превратилась в такой филиал школы, когда туда ребенок приходит и говорит, дайте мне «Горе от ума», ему дают «Горе от ума», и «Горе от ума» в итоге там самая популярная книжка для подросткового возраста. Да. Ну вот не потому, что ее любят, а потому что она в школьной программе. Да, потому что ее спрашивают. Потому что ее спрашивают. А вот 90%, ну условные 90% интернета, интернет как бы большой и так далее, это что? То есть это специальные сайты, где критика книг, или это группа ВКонтакте, что мне почитать? Это сябры не идти, это пописцы. Вот, на самом деле, это очень интересный вопрос. Это просто... Я очень хочу это выяснить, но пока я не понимаю, как к этому всему подступиться, потому что... Это закрытые группы. Это закрытые группы, да. То есть вот единственное, что мы вычислили, что, знаете, есть такие, ну, демотиваторы, вот когда цитата из книги, красивая, да, картинка, вот это расходится там миллионами перепостов, да, по интернету. Вот, да, то есть зацепился за такую цитату, за какую-то картиночку и пошел читать книгу.
А где они берут демотиваторы изначально? То есть кто-то же это делает? Кто-то и делает, да. Не знаю. Ну, это точно совершенно не издатели. Кто это человек, покажите. Я думаю, что это не человек, это вот какое-то стихийное творчество подростков, они внутри друг друга варятся. Зрозуміло, все-таки в гимназии дети начитанные, разумные, батьки у них разумные. А вось варто только письменнику написать добрую книжку, и я буду читать. Принамсі, так меркує наша интернет-корыстальница Юлія Ваніна. Я процитую. Примусить вас... Ці некага яшчэ чытаць можна толькі напісаўшы добрую кнігу, якую разнясе сарафаннае радыё. Ну бо не прымушала ж Мінадукацыі чытаць Гарры Потара, а прачыталі амаль усе. Канец цытаты. Як вы згодныя, што кніжка вырашае ўсё? Па гамбургскаму счёту, да. То есть вот в конечном итоге вопрос, сколько времени этой книжке потребуется. Давайте вспомним историю Роллин, которая 7 лет ходила по издательствам и никуда не могла... Сказали, что нам это не треба. Абсолютно, да, никуда не могла своего Гарри Поттера пристроить. Вот наш личный пример, и наша книжка «Время всегда хорошее», да, сейчас у нее 100-тысячный тираж, но 10 лет. 10 годов выходили с этой книжкой? Нет, 10 лет она вот до этого тиража нашла 10 лет. То есть, и это, да, ее разносило сарафанное радио, мы не вкладывали. Ни мы, ни издательство денег в рекламу не вкладывалось. Ну, специально, да, вот это сработало конкретно сарафанное радио. Но у кого хватит терпения, у какого издательства еще издавать 10 лет книжку? То есть вот тираж за тиражом, достаточно систематично. Это деньги нужны? И да, и каждый раз, наверное, проводя опросы, что разберут следующий тираж, да, работает сарафанное радио. Да, да. Алеша, вот у ваших этих списках, я их читала и бачила, там прикладно одни и те же книжки, в том смысле, что вот альбо про самогубство нечто хвалить такое, альбо там про некие подлетковые проблемы. И я помню, что вы казали сами, что дети раять и пытаются в этих группах что-нибудь подобное до того, что они прочитали. Не что-нибудь новое, а вот дайте мне такую самую книжку, только написанную иншим автором. Правда это? Ну да, ну моду никто не отменял, и ничего страшного я в этом не вижу. Ну да, была мода на вампирские романы, ну была и всплыла, нету сейчас никаких вампирских романов. И на что зараз мода? А вот я, кстати, даже не знаю, сейчас какая-то странная. С одной стороны, очень популярно стало фэнтези, вот после «Часодеев», и там уже несколько похожих серий у «Росмена», и я смотрю, они уже до Минска докатились, и там прям такие фан-клубы очень серьезные. А с другой стороны, пошла достаточно серьезная мода на реализм. То есть им все-таки хочется читать про себя. Да. И огромное количество фанфиков началось вот именно вот про жизнь. Вот не, уже не про вампиров, а именно вот там вот истории про школу. Вот как-то так. Неожиданно в беседе про подростковое чтение у нас в комментарии стали приходить родители один за другим писать примерно одно и то же, что их читающих детей сверстники за это дразнят. Я вам прочитаю один из комментариев, Таня Островская. «Читает достаточно, гораздо больше, чем задают, и совсем не то, что задают. Но что меня удивляет и удручает, так это то, что в школе над ней либо смеются, называют заучкой, либо не верят, что она действительно это читала. В итоге в этом году некого приглашать на день рождения. Модно быть в соцсетях, модно на перемене играть в игры на мобильном. Дети теперь дружат группами в Вайбер или ВКонтакте, а моя даже мобильник чаще дома забудет, чем с собой возьмет». Примерно такую же ситуацию, то есть то, что дразнит людей за то, что они читают, описывают родители один за другим. Как вам видится, чтение как хобби? Это модно или нет? То есть я понимаю, что все подростки разные, да, но все-таки быть в социальных сетях точно модно. Пользоваться Вайбером, ну, точно модно. Там на концерты ходить, кроссовки носить. Разные, но модно. Читать модно? А вот тут очень важно выбирать компанию своему ребенку. Мне это кажется, батьки повинны робить? Конечно. Нет, возраст, да, давайте говорить, да, если это идет речь о... Нет, мы про подростков. Ну, вот по мне, все-таки подростки начинаются в 10 лет, а это тот возраст, когда еще родитель может перевести ребенка в другую школу. У него еще серьезное право голоса. 10-11 лет, вот начиная с 13-14, там уже, конечно, не сильно ими покомандуешь, 10-11 еще можно. Вот лично я со своими двумя дочками никогда не сталкивалась с ситуацией, чтобы их дразнили за то, что они читают, хотя читают они обе и много. Конечно, все идет от родителей, безусловно, все идет из дома, но подростки существа очень компанейские. И вот лично если бы моего ребенка в школе дразнили за то, что он читает, своего ребенка я бы из школы забрала и перевела бы в ту школу, где не дразнят. Вот школа в этом смысле может создать некий благоприятный или неблагоприятный фон, да? Но сделать ребенка читающим может только семья, и ничего... Вот. Нет, бывают, конечно, счастливые исключения, что вот ребенок не читал, попал на какую-то классную учительницу русской литературы. Бывает такое, вах, и зачитал.
А может быть, все-таки подлеткам треба неяк подказывать, что пошукать можно не только у Гугле новую книжку цікавую, але и в Батьковской библиотеке. Эти книжки там не просто так стоят. А, як наша комментатор Екатерина Михалевич говорит в интернете, цитую, «Мои дети охотно читают книжки поводле моей рекомендации, але сами не проявляли инициативы, и як мы в детинстве Батьковскую библиотеку не перешуфлевывали, принамсі до студентского взрослого». Конец цитаты. Ось як эту инициативу до пошуков во власном доме, во власной библиотеке проявить, обудить, а не наоборот, своими батьковскими загадами. Мне кажется, что у наших детей просто совершенно диаметрально противоположная проблема нашим. Да? У нас была постоянная нехватка информации. Так. Мы рвались что-то узнать. У нас, ну, понятно, три программы по телевизору и ничего другого. Никакого интернета, да. У наших детей проблема диаметрально противоположная. У них слишком много информации. Они не полезут искать еще дополнительную книгу в библиотеке. Ну, то есть это, опять-таки, должна быть очень специальная семья, чтобы вот прям вот книги, их много, и тогда полезть посмотреть, что там что на полке. Что на верхней полице стоит? Вот, честно говоря, я тоже книжку полезу искать не в свой шкаф, который в три ряда забит книгами, а в интернет, потому что мне там проще и быстрее это найти, чем в собственном книжном шкафу. Это смешно, но это так. Это правда. Если мне нужна цитата, это уже не полезу в собрание сочинений Пушкина, я полезу в Google, потому что быстрее. Вот. Поэтому, мне кажется, тут, во-первых, никакой проблемы нет. Если ребенок читает, то пусть он читает, где хочет, и найдет он эту книжку в Гугле, он придет к маме и скажет: «Мама, я хочу это почитать». Мама скажет: «Ой, так она у нас есть», и достанет ее из третья шкафа. Третья полиция. Да, но как родители об этом узнают? Когда подросток лазит по полкам, здесь очевидно. Он залез, он нашел, вот я потом вижу, он сидит с этой книжкой, я знаю, что он ее читает. Когда он сидит в телефоне, то вот откуда же я знаю? Либо как у Тани Островской, как она пишет, он там что-то в группу обсуждает, либо он умную книжку читает. Если читает, то какую? Ну вот по этому поводу надо расслабиться, потому что, как я уже говорила, есть 10% родителей, которые сохраняют контакт с подростками. И вот эти 10% прекрасно знают, что делает их ребенок в телефоне, да, а остальные 90%, к сожалению... А что делать-то всем остальным? Вот если их эта проблема интересует, они готовы что-то изменить, тогда можно давать какие-то конкретные рекомендации. Но исходя может быть, из... читать разом, начинающие, ну, не с 15 годов, а хотя бы с 5, а может быть, с 5 месяцев. А может и с рождения, и с да, а может и вообще не читать, а может весь дом будет завален книгами, он зачитает сам. А вообще вариантов на самом деле просто миллион. Надо исходить из действительно... Индивидуальный подход. Индивидуально, да, из конкретного ребенка. Но вот одна из посетительниц нашего блога, Екатерина Михалевич, пишет, что она сама очень много читает именно детской и подростковой литературы и считает, что эта литература именно современная подростковая. Она уже совсем не та, что в нашем детстве, она взрослым может быть абсолютно искренне интересна. Сейчас прочитаю. Евгения действительно эксперт. Ну, это мы с комплимента начнем. Уж не знаю, радует ее или нет этот статус. Чего не скажешь о большинстве учителей и прочих школьных работников. Что касается подростковых книг, респект современным писателям. Они действительно достойны внимания и взрослых. Особенно я бы рекомендовала их читать учителям и другим труженикам Нивы образования, ну и родителям подростков. А на самом деле, что интересного взрослый сейчас может найти в подростковой книге, зачем учителям их читать, они вроде как классики должны прививать любовь не к Гарри Поттеру, вот зачем учителю по литературе прочитать Гарри Поттера, Евгению Пастернак, Часодеев и так далее, что это даст учителю? Учителю это даст понимание психологии того, с кем он работает. Дело в том, что вот сейчас современная подростковая литература – это действительно абсолютно уникальный мостик между взрослыми и подростками. Между нами пропасть. Но есть продвинутые родители, которые эту пропасть пытаются преодолеть, но мы их все равно на самом деле не догоним, потому что они изначально растут вот в этом безумном информационном пространстве. Мы все-таки в детстве у нас прошло по-другому, да? Мы в это информационное пространство... Мы бачили в улицу, хоть да, мы строились гораздо позже. Они с этим растут, они другие. И понять, что у них в голове происходит, это на самом деле тяжело. И вот современная подростковая литература – это действительно та литература, когда ты можешь залезть подростку в голову вот, и понять, что там происходит. Потому что очень многие книги написаны от лица подростков, и, естественно, подростки – главные герои. Иногда эти книжки вызывают дикое раздражение, потому что... Не совпадая. Не совпадая, да, никак. Потому что автор писал про себя, а часто прошел. Да, вот. Иногда взрослые начинают психовать и кричать, что вот нельзя так, потому что... Ну, потому что надо взрослых показывать там, допустим, только мудрыми и светлыми, а они описаны глазами подростка, и как-то не тянут они на мудрых и светлых. Это уже про своё наболелое.
Ну и про Соловьёва наболело, и на самом деле не одни ж мы такие очень тут. Поэтому, мне кажется, читать надо даже не с точки зрения развития какого-то литературного вкуса. Это ладно, там действительно можно спокойно читать классику, и ну, не обязаны люди читать современную литературу, это не самое важное, что может быть в жизни, да? А вот с точки зрения понятия психологии в современных подростков, вот тем людям, кто с ними работает, кто с ними постоянно в контакте, мне кажется, это очень важно. То есть классика не поможет, ведь обсуждают же, прочитали по школьной программе «Горе от ума», но уроки обсудили. В принципе же подростки высказываются, как они относятся к героям, к мотивации, мало? Если им разрешат высказываться, они, конечно, выскажутся. Но, во-первых, тут сразу несколько допущений, прочитали ли они. Потому что очень большая вероятность, что они ничего не читали, они посмотрели краткое содержание в интернете. Если учитель хороший, и они таки прочитали, возможно, там как-то по ролям в классе, возможно, с какими-то комментариями. Дальше следующий очень серьезный вопрос. Им разрешат сказать то, что они думают на самом деле? Думают. Да. Или их заставят по критике повторить, автор хотел сказать, там тот такой-то, этот хороший, тот плохой, Катерина луч света в темном царстве, да? Конечно, если читать классику вдумчиво, если дать им поговорить, если дать им поспорить, если дать им вот там высказаться и кричать, махать руками, то это она бессмертна, она совершенно актуальна, и там из нее можно очень много вытянуть, и параллели с современностью тоже. Ну, до речи, Евгения, давайте уявим идеальный свет, где идеальные дети 5 годов читают «Колоса», все мележа, в 10 дорастают до «Чорного» за Рецьким. И вот как этих идеальных детей перетворить у сучасных? Не идеальных и примусить таких эту классику прочитать хотя бы 15 годов? Ну, для них это не аргумент. Ну, классика, ну и что? Ну, бывает. А как затекавить? Да. Гарри Поттер-то на метле летает. Ты не ведаешь, только что зачем бывает. Только учителя, только внятные учителя. Ну, то есть, поскольку вот, ну, я росла в русскоязычной среде, у меня с белорусской классикой тоже все тяжело, да, естественно, дома... Ну, не, их же вы себе перемогали, Ну, вот именно вот перемогала, это очень правильное слово. Нет, на самом деле все не так грустно. То есть до тех пор, пока у меня очень вывалилась средняя школа жизни, вот там были совершенно формальные уроки, я не помню просто ничего вообще. Потом 9-10 класс было к этому уже внятная школа, и там все, что я читала с очень большим удовольствием, даже по школьной программе, потому что читать любила, и, в общем-то, книжки хорошие. Вот. Что касается, как заставить прочитать, ну вот, ну никак. Нет, кроме... на ночь читать этому детёнку. Ну, если родители за это возьмутся, то, пожалуйста. Читать разом. Можно. У нас есть вопрос про вашу новую книгу. Инночка. Прочитала новую книгу Евгения и Андрея. Увлекательно, ярко, но никак не решусь отдать дочери. Не слишком ли мрачен созданный авторами мир? Не останется ли у ребенка ощущение, что все плохо, все предают, и вокруг сплошные эксперименты над людьми? Во-первых, все не так. Может быть, для подлетка все и так? А нет, на самом деле, у нас же человек 300 прочитал эту книжку до выхода. Было очень много тест-читателей. И если бы вот большинство отзывов было таких, мы бы, конечно, все исправили. Большинство отзывов было все-таки, что нам удалось написать книжку с позитивным финалом, несмотря на то, что финал... То есть этот финал считается позитивным? Ну вот, да. Все не так мрачно, да? Нам кажется, что мы все-таки надежду оставили. И вот, собственно, были несколько очень важных вещей, на которые нам давили психологи. Вот эти важные вещи мы протащили через всю книгу. В общем-то, на самом деле издатели были против, они говорили, да, гораздо более жесткий финал. Но вот тут вот, вот просто по настоянию психологов мы оставили вот эту девочку в живых. И вот просто прямым текстом прописывали вот значимые вещи, что только ты решаешь, уйдешь ли ты из жизни. Нельзя ни в коем случае валить на окружение, нельзя валить на мир, который жесток. Только ты принимаешь решение, и вот только ты решишь, будешь ты жить или нет. И все остальное вообще не важно. Это твое решение, это твой выбор, и вот ты этот выбор должен сделать. Это вот такой посыл, который... Якого нема, до речи, в інших книжках про самозабойство, яким зараз просто зачитываются подлетки. Нет, почему? Он, кстати, везде есть. Вот опять-таки, эти книжки нельзя огульно охаивать, потому что их надо сначала прочитать. Нет,
Они все с позитивным концом. А чему тогда столько зараз самогубства у сирот подлетков? И они не читают этой книжки, эти книжки? Нет, всё-таки? Во-первых, вот опять-таки суровые цифры статистики говорят о том, что количество самоубийств среди подростков все время уменьшается. Вот. Просто сейчас информационное поле таково, что из каждого случая делается целый скандал, информационный бум, да, о том, что мы 20 лет назад просто вообще понятия не имели, какое количество подростков кончает жизнь самоубийством, сейчас имеем. И вот все кривые идут вниз. То есть это на самом деле очень хорошо. И все-таки это что, литература так уплывает? И... Да нет. Литература — это отражение жизни. Литература не может ни на что влиять, по большому счету. Мы слишком много хотим от литературы. Да. Литература может только зеркалить то, что происходит, если это современная литература. Понимаешь, что в классике мы ищем ответы на вечные вопросы, а современная литература — это отражение нашего мира. Так неужели свет такие ось замотные, несчастные, как подростки во все времена думали о самоубийстве. Это не то чтобы норма, но это очень близко к норме. Вот об этом говорят все психологи, всегда у подростков мысли грустные, печальные, о том, что меня никто не понимает, о том, что и вообще я умру и буду лежать в гробу такая красивая и смотреть на то, они у меня как все будут плакать. Да, они все будут плакать. То есть мысли об этом мелькают, наверное, у всех, только другое дело, что, понятно, некая помощь попытаться что-то сделать, да, к счастью, могут единицы. Очень интересно поговорить по этому поводу с психологом, потому что все они говорят в один голос, что подростковое самоубийство — это вообще не про смерть, это про жизнь. То есть они уходят из жизни не потому, что им жить надоело, а потому что им они хотят другой жизни. Они совершенно не отдают себе отчета, что это конец. То есть им все время кажется, что вот я здесь поставил точку, а потом все будет хорошо. То есть вот, вот примерно так это выглядит. То есть они, ну, подростки, они очень хрупкие, они все время, вот у нас книжка называется «Пока я на краю», вот они все время где-то идут по этому краю, и очень легко их с края... А ваш новый эксперимент, который про информационную безопасность. Ведь все эксперименты над людьми, про которые нам Инночка написала, они же в интернете происходят. Это вы после новой книги решили? Ну, это такой кумулятивный эффект, просто наболело. То есть, на самом деле, это у нас такой посыл был и к взрослым тоже, потому что иногда я ленту Фейсбука читать... Страшно. Страшно, да. Эти перепосты безумные, какой-то совершенно чудовищной, непроверенной информации. А сколько будет видеоуроков? Я видела 6, верно? Мы сделали 11, и пока взяли паузу. Это очень, мне кажется, важное и наболевшее. То есть, ну, опять-таки, мы абсолютно пока не занимались продвижением, раскруткой и вообще каким-то доношением этой информации. А расскажи для тех, кто не видел, о чем? Что главное в этих видеоуроках? Главное в этих видеоуроках о том, что мы живем в огромном информационном поле. Это поле надо учиться фильтровать. Потому что ужасно то, что... Ну, вот как там хорошо говорит Андрей, что мы же перед тем, как что-то засунуть в рот, мы же всегда моем фрукты там, ни с пола не подбираем и не едим, да, точно так же информацию. Ее нужно проверять перед тем, как засовывать в голову, потому что то количество вранья, которое выливается сейчас из всего этого, из интернета и из телевизора, оно просто, мне кажется, уже перешло какую-то грань добра, зла, разума и всего остального. Вот по факту, получается, мы эти семинары с подростками вживую проводили, это очень забавно, потому что они вышли оттуда с такими большими-большими глазами и сказали, а вы что им получается? Сломали всю систему. Верить нельзя никому. Мы говорим, ну, да. Получается так. Сейчас же самое противное, что не осталось действительно никаких внятных источников информации, чтобы вот ты вот сказал, что вот оттуда вот все проверено, да. Цензуровано. Вот нет такого, в принципе, нет. Ну, а дальше начинаются, в общем-то, сложные этические вопросы, потому что, как бы, с одной стороны, надо бы говорить, что нужно обязательно верить собственным родителям, но родители могут врать не со зла, а тоже потому, что что-то недопоняли. И тут вот тоже бы... Они хотели эклипс. Да, и тоже получается, что надо учить проверять информацию, которая... на тебя падает. Вот. Поэтому у нас там, в общем, такие совершенно практические советы о том, что делать, если тебе вот говорят что-то и требуют немедленной реакции, немедленного перепоста, немедленно перечислить деньги, что-то, в общем, бежать, что-то делать. Вот надо выдохнуть, остановиться, подумать, залезть, проверить информацию, понять, правда это, неправда, хотя бы минимально. И денег никуда не слать. Денег никуда не слать, перепостами не заниматься, с незнакомыми людьми никогда не встречаться, как бы они на этом не настаивали. Никогда не разглашать никакую информацию в интернете. Никогда никому не посылать никаких фотографий
там как это, подручные девочки. Я так разумею, наступная ваша книга будет как раз про это, и вы будете писать не, уже это с лучшим комитетом. Мы про это уже открытый финал написали, это уже пройденный этап. А, до речи, про что наступная? Потому что вы сейчас вот как раз на мяжи, и вы сейчас трошки опираджаете ту хвалю, которая идет за вами. Тому цікаво доведаться, зазирнуть у будущее. Вот что пока не будет. Скажем, потому что пока все очень зыбко. То есть вот есть у меня какое-то такое внутреннее ощущение этой книги. Вот история девочки, главной героини, она где-то вот вырисовывается. И... Но вот во что это пока выльется, то совершенно непредсказуемо. То есть, вот... Ну что ж, будем шакать. Финал открытый, как ты сказал. Дякую, Евгения. Гостей сегодняшней программы «Диаблог про литературу» была письменница Евгения Пастернак. «Молодость — это дивная казка, неповторная в нашем житті», так писал поэт Тодор Кляшторный. Ну, может, и неповторная, але почитать про ей часом цікаво. Если вы хотите поделиться опытом, задать вопрос или предложить интересную тему для следующей программы, добро пожаловать в наш блог. Мы всегда рады вашим комментариям. С вами были Татьяна Севец и я, Стелла Черкова. До встречи! Читайте белорусское!